Сегодня я буду готовить вкусные тонкие блинчики на кефире. Для этого мне понадобится вода, мука, яйцо, масло растительное, соль, сода, кефир и сахар. Соду добавляю в кефир, перемешиваю и убираю в сторонку. Так кефир погасит соду. Воду добавляю в муку и хорошо перемешиваю венчиком. Теперь добавляю яйцо, сахар, масло растительное, щепотку соли. Все хорошо, размешиваю венчиком. Вливаю кефир. И еще раз все хорошо перемешиваю. После этого я дам отдохнуть тесту 10 минут. Я хорошо разогрела сковородку с растительным маслом и выпекаю блинчики. Тесто аккуратно распределяю по всей поверхности. Блинчики обжариваются довольно быстро, по 30 секунд с каждой стороны. Впоследствии сковорода нагреется и блинчики будут жариться быстрее. Масло я добавляла только для первого блина, так как растительное масло содержится в тесте. Готовые блинчики по желанию можно смазывать сливочным маслом. Блинчики – это традиционная русская еда. Блины на кефире по этому рецепту получаются вкусные, тонкие, с дырочками. Это любимое лакомство взрослых и детей. Блины бывают пышные, тонкие, на кефире или молоке, сыворотке или воде. В любом случае, блинчики – это вкусно.